Тут написано, что Роман коллекционирует мультивитаминные комплексы из разных стран. Это так? Да, это правда. Серьезно? Я реально в разных странах покупаю мультивитаминный комплекс. Слушайте, у меня вопрос. Так. Вот монеты коллекционируют нумизматы. Ага. Кто коллекционирует витаминки? Долбанаты. А почему? Почему витамин-то? Я не знаю, мне скоро уже 30, мне нужно как-то подготавливаться. Я решил, что лучше всего коллекционировать мультивитаминный комплекс. Ты их коллекционируешь? Не пьешь? Просто ставишь? Пока что я их коллекционирую, собираю, складываю в свою аптечку дома. Хорошо. А что ты будешь коллекционировать в возрасте Гарика? Ой, я не знаю, мне кажется, я не доживу. Но с учетом того, что ты жрешь колеса из всех стран, наверняка. Послушай, я тебе раскрою секрет. Ты их пока ставишь, ты первый посмотри, скорее всего, они уже просрочены. А они просрачиваются? Мы все просрачиваемся, другой. Я понял. Я вот недавно.